Первое рабочее совещание, которое провел в новом году глава Северной Осетии, состоялось с руководителями муниципальных образований республики. Главы районов непринужденно общались друг с другом в кулуарах Дома правительства, стараясь избегать подхода к камере. Азамбекович всегда объективно рассуждает, думает, так что замечания и критику, я считаю, что нужно правильно воспринимать. Если замечания будут, в чей бы адрес они ни были, они должны правильно восприниматься и исполняться, выполняться и все остальное. Заведомое завышение планов по налоговым доходам, халатное отношение к квитанциям на оплату от поставщиков газа, незаконное изъятие муниципалитетами республиканских земель и самовольное предоставление в аренду сотен и тысяч гектаров. Все эти проблемы были озвучены первым зампредом правительства и премьер-министром, как общие для всех районов. Я поддерживаю предложение, которое здесь прозвучало. Давайте все оформим протоколом. По земле я прошу очень четко сформулировать наши требования и посмотреть по итогам первого полугодия, что у нас. И как было сказано, вот Илотахатра, как она была, Долгой Махташа, Юлдара Манашма, Малопана Янхашина, Ахтана. И те, которые не могут не поменять ситуацию, пусть честно к этому признаются, пишут заявление и идут. Занимаются теми делами, которые у них лучше получится.